Полицейского из Винницы осудили и отпустили. За воровство Шевченковский райсуд Киева постановил его оштрафовать. Напомню, 14 июня прошлого года после пожара в Соломенском суде столицы этот полицейский вынес из кабинета председателя суда ноутбук и нагрудный знак. Но был пойман с поличным. Копа тогда уволили со службы, а 11 сентября свой вердикт вынес суд. Штраф 850 гривен, от уплаты которых подсудимого тут же освободили, поскольку он служил на Донбассе и подпадает под закон об амнистии для участников АТО.